Всем привет, это снова видеопрохождение игры Morrowind. Мы остановились, я напоминаю, в городе Пелагиаде. Выполняли квест по заданию дома Хлаалу, по сопровождению какого-то человека в таверну полпути. Ну и теперь я предлагаю немножко отвлечься от прохождения квестов. Телепортируемся сейчас в Балмору с помощью свитка. Я хочу пополнить свои заклинания. Вначале зайду в храм. Здесь должны быть заклинания пометки и возврата. Также само заклинание вмешательства Альмсиви. Затем я хотел зайти в гильдию магов, прокачать немного мистицизм, с тем, чтобы эти заклинания можно было мне использовать успешно. И вообще я нацелился, честно говоря, на воровство сокровищниц в Вивике. Потому что беготня по квестам, честно говоря, задрала уже. Какое-то разнообразие внесу. Возможно, я оформлю это ограбление сокровищниц отдельными роликами. Какое-то отдельное создам, ну, не, отдельно от прохождения. Какие-нибудь приключения. Буду записывать туда вот такие вот отвлечения от сюжета. Не знаю пока еще. Вообще, конечно, хотелось бы услышать комментарии, потому что смотрите вы, оцениваете вы. Пока что комментариев не поступало. К сожалению. Поэтому я буду делать пока так, как сам считаю нужным. Надеюсь, что вам нравится мое прохождение. Ну и здесь вот у нас обучение мистицизму. Я думаю поднять до 20 навык. Блин, восстановление ткнул случайно. Ну ладно. Двадцать. Сохраняемся. Давайте посмотрим. Значит, я купил заклинание Альмсиви. Вмешательство Альмсиви. Шанс теперь у меня 53. Возврат 40 шанс и пометка тоже 40. Но это неплохо. Теперь я хочу заняться зачарованием. То есть сейчас у меня такой подготовительный этап к выносу сокровищниц в Вивике. Посмотрю, может быть, не все, а одну-две. Просто для разнообразия. Так, здесь у нас должны быть камни душ. Возьмем вот этот. Выложим, кстати, барахло, которое мы добыли в последнем походе. И надо бы починиться, зайти еще. Также я хочу снять броню.
Потому что если я пойду в сокровищницы, мне там броня не понадобится. Оденем башмачки. А для облегчения переносимого веса это необходимо. То есть по максимуму я сейчас облегчаю себе инвентарь. Оружие, стрелы, нафиг все. Сейчас я еще зайду в гильдию воров, куплю отмычек там хороших. Наверное, стоит называть эту часть подготовка к операции по выносу сокровищниц. Может быть, все-таки я оформлю ее отдельно от основного прохождения. Давай торговать. Довольно дорого она просит, конечно, за них. Но, возможно, стоит просто восстановить запас сил. О, так-то лучше. Отлично. Можно видеть, что после того, как я выложил все из инвентаря, персонаж стал дальше и выше прыгать. Сейчас мы идем в гильдию магов, чтобы зачаровать полезную вещь. Восстановим запас сил. Сохранимся. Здесь стоит поднять отношение до 100. Ну и давайте пробовать. Эффект я хочу сделать от пирания на удаленную цель. 100 единиц. Ну и назовем не мудрство, а лукаво. Вот так. Так, секундочку. Штанишки не проканали. Ну, рубашку тогда. Тоже не канает. Блин. Надо колечко взять. Где оно у меня? Говорите. Какая встреча. Добро пожаловать. Сохраняемся опять. Так, снова тут тот же камень, колечко. Открыть на удаленную цель 100 единиц. Ну, название оставим то же самое. $28,209 оно стоит. Но это окупится. Сейчас идем в город Вивик. Возьмем с собой Гуара. Потому что нам понадобится переносить большой вес.
опять тупит. Можно было отправить его своим ходом, конечно, в Вивик, но я не знаю, честно говоря, где он там появится. Понятия не имею. Поэтому. Зачем идти пешком, когда можно ехать? Зачем идти пешком, когда можно? В первую очередь я хотел бы, конечно, ограбить сокровищницу дома Хлаалу. Просто потому, что я заранее знаю, там в этой сокровищнице лежит стеклянный доспех. Почти весь комплект. А мне он необходим. Я вижу, что время идет. Думаю, что здесь мы сделаем небольшую паузу. Встретимся с вами в следующей части. Надеюсь, что нравится. Следите за моим прохождением. Дальше будет интереснее. Всем пока.